12-й микрорайон города Караганды. Справа школа. Впереди дома 12-го микрорайона. Там, где кирпичные дома, 12-й микрорайон за ними заканчивается. Дальше идет 13-й микрорайон. Здесь 12-й микрорайон. В советское время вот тут был полностью пустырь. Вот эти бетонные блоки советских времен лежат, потому что здесь было раскопано вот конкретно, ну что-то здесь собирались строить, по-моему, девятиэтажки должны были поставить, но так и стройка не началась, так все и заглохло. А это все уже возникло уже потом, скорее всего, вот это возникло вот конкретно впереди, который стоит. История с торговым домом, называется. Она недавно, может быть, 7. Раньше был такой прямой проход отсюда. До этого всего не было. Ну, по поля растут еще советские.